Помяни, Господи, здравие и спасение от болящих, Руслана, Елены, Сергия, Марии, Елены, Феры, Иоанна, Мэц, Алексея, Светланы, Инны, Георгия, Наталья, Отрока, Максима, Наталья, Николая, Екатерины, Татьяны, Елены, Феры, Сергия, Марии, Наталья, Мэц, Ангелины, Татьяны, Светлана, Мэц, Алексея, Романова, Маргарита, Михаила, Мэц, Даниила, Отрока, Артемия, Халины, Карины, Ольги, Остапа, Татьяны, Марины, Татьяны, Олега, Людмилы, Екатерины, Юлии, Александры, Христины, Анастасии, Ирины, Артемия, Александры, всех онкоболящих. Врачу души телесно, со умилением сердце сокрушенным тебе припадаем, и синя же в объятии сели болезни, урачуй страсти души телес работы, онкоболящих, Татьяны, Светланы, Алексея, Романа, Маргариты, Михаила, Мэнца, Данила, Отрока, Артемия, Галины, Галины, Ольги, Остапия, Татьяны, Галины, Татьяны, Олега, Людмилы, Екатерины, Юлии, Александры, Кристины, Анастасии, Ирины, Артемия, Александра, Руслана, Елены, Сергея, Марии, Елены, Веры, Иоанна, Алексей, Светлана, Инна, Георгия, Наталья, Патрика, Максима, Наталья, Николая, Екатерина, Татьяна, Елена, Вера, Сергия, Мария, Наталья, Младенца, Ангелины, Яков, Благосер, вся при решении вольные и невольные, скорые воздвиги от утра болезни, молитесь, а услыши и помилуй. Работаем, все сына напоминаем, онкоболящих, милостивые, запрети болезни, отставимся страсть, и вести дух не простри, крепкую руку, и окажи, и аил от щерба, от одра болезни воздвигни, и здравы, сотвори, молимся, услыши и помилуй. Я буду